Ребят, всем огромное здравствуйте! Лёшка Грильков, как всегда, с вами. И сегодня, не то чтобы в гостях, мы сегодня в гостях у пацанов Михеев и Павлов. Позор полка, мы приехали в гости, город Красноярск. Всем большой привет. Да, всем нравится. Привет. Всем привет. Да, второй день уже идет. Православные. Третий уже. Третий день пошел. С тобой вот быстрее время летит, медленнее точнее. Это, наверное, хорошо. У ребят есть свой канал. Чем вы занимаетесь? Давайте вы сами расскажете. Два канала. Ну, два канала, да, естественно. Да, но у нас есть канал автомобильный, называется Михеев и Павлов, и канал про еду, алкоголь и всякие другие любимые мужчинами, не только прикол, который называется Михеев Павлов Продакшн. Да, еще творчество у нас ноль, видишь? Креатив двойка в школе был. Михеев Павлов Продакшн, да. Мы решили сделать видос, посвященный шаурме. Как у вас называют шаурма, у нас называют шаверма, я считаю, разницы никакой нет. Но все же мы решили показать идеальную со стороны пацанов. Потому что я видел их рецепты, они красавцы, один плов чего стоит. Они это специально делают, вы мне хоть что говорите, они это специально делают, мне кажется. Они молодцы огромные. Не, на самом деле, я думаю, ну следующий плов будет уже идеальный, да? Следующий-следующий. Следующий-следующий уже, да? Думаю, топ-5 будет пловов у нас. Да, да. По рейтингу. Это будет сломанный плов называться. Ты предложил готовить шаурму. Да. Сегодня сразу рассказываю. Это замечательные люди говорят, нам нужна для шаурмы пита. Да, мы посмотрите по карте, где находимся. Я сколько смотрел обзоры питерских блогеров, Хованского в первую очередь, да, ни разу не видел шаурму в пите. В итоге говорит, нет, в пите. Мы объехали пол Красноярска сегодня, заходили прям в шаурмичный, и там были такие диалоги. Здравствуйте, девушка, здравствуйте. А можно, пожалуйста, у вас купить только питу для шаурмы? Чего? Или там у вас есть шаурма в пите? В чем? Ну, короче, надо понимать, что мы хотели сделать любимую свою версию, но мы с Диней любим очень именно в формате в пите, да. Она очень популярна. И в Питере это очень распространено. Я вам скажу так, я старый, мне 87, да, и я помню с самого начала, по-моему, даже еще не было в лаваше, было в пите. Не, они плюс-минус сразу, да? Одинаково. Ну, да. Видите, я из Пушкина, это деревня. Слушай, у нас, по-моему, сначала дёнер появился, да, потом шаурма, или как это было? Ну, параллельно, но у нас нет ничего в пите, у нас либо дёнер, мы в итоге натыкались на эти дёнерные полубулки, полупиты. Единственное, что в Питере есть две школы сворачивания в пите. Есть те, которые сразу делят эту круглую лепешку. Тут совсем делать нечего, блядь. И сворачивают, как в лаваш, вот так вот, рулетиком. А есть те, которые рубят пополам и делают конвертик, и в конвертик напихивают. А, все понял. Ну, культурная столица России. Ну, конечно, конечно. Ой, вот что-то сейчас вот это как-то иронично. Нотка прозвучала. Так она к тебе не относится. Да, я понял. Да, я же не питерец, ты об этом. Мы сейчас замаринуем мясо, пацаны показывают свою версию, мы свою. Сегодня будет очень много воды в видосе, потому что, во-первых, ну, посмотрите, где мы находимся. Андрюк, мана. Покажи, пожалуйста. Это мана, это красота, здесь много воды, поэтому мы здесь и пишем этот видос совместно. Я понял качество юмора, хорошо, ладно. А, да? Я тебя поддержу в этом. Да, да, отлично. Слушай, ну смотри, у них сразу очень много ингредиентов, больше, чем у нас. У нас маленький вопрос, я сегодня буду немножко руководить. У тебя один маленький вопрос к этим ингредиентам? А, ну ты давай, нет. Когда-нибудь видел помидоры, морковь из мультиков? Они же как-то игрушечные. А какой юмор у нас сегодня будет? Я же сказал, что я тебя поддержу. Так, у нас только не по шаурме батл намечается. Пацаны, у меня единственный маленький вопрос сразу вам. Что с лицами? Ну, такие вот. Нет, с лицами все отлично. А почему грудка? Она же сухая. Слушай, я решил попробовать сделать с грудкой, вот как раз таки проверить, потому что у нас будет такой маринад, с которого у меня ни разу не получалась никакая часть курицы сухой. Давай тогда, кто презентует первым? У нас все просто. Ну давай, показывай ты. Было бы круто, если бы ты сказал, никогда с этим маринадом не получалось никакая часть курицы, и все, да? Леха, у нас грудка. Вот и вот из-за этого тоже я не люблю. Вы как будете жарить в итоге? Это бедрышки какие-то? Мы хотим сделать на шампурах. На шампурах вот это ты как будешь жарить? Элементарно. Ну я тебя сегодня научу. А, ты же Грильков, я понял. Да, да, да. Так вот, давай тогда коротко расскажу. У нас все просто вот такими кубичками, что проще было на шампур нарезать. Нарезаем. Дальше у нас туда пойдет соевый соус и горчица. Весь маринад? Ну это в незамысловато получается как-то. Ну давай так, как будто он не нужен маринад, потому что есть соус вкусный. Вообще да, можно вот этим просто обойтись, все заправить и погнали. На этапе маринования это более чем достаточно. Сосешь красноярский мазик? Это вот этот, который? Слушайте, ребята, мы вообще видели владельцев этого майонеза. Ну как? Издалека. Нас не подпустили, ну-ка. Ой, все понятно. Конечно, это не ежика. Ежика. Но это очень хорошо. У вас здесь очень неаккуратные бедрышки продаются, я смотрю. Вот, это голень. Спортивные так, курицы. Сейчас уже я вижу. Я уже сейчас вижу, как пишут плохому танцору. Яйца мешают. Не, ну они все с хрящами. У нас такого практически не бывает. Нет, с хрящиками бывает. Я что хочу спросить. Вы как вообще к шаурме относитесь?
с заядлой периодичностью мы заезжаем. Ну вот серьезно, это прям вот должно быть такое вот ощущение. Ну это настрой определенного характера. То есть ты едешь это... домой и такой, так, ну что сегодня, ну может по шавухе, да давай. Ну например, на часах 4:20, да, и вы заезжаете утра. Поесть. Утра, да, в черной тонированной девятке. Да. Кто пойдет? Давай я, у меня очки. Вечер, когда не хочется ничего заказывать на ужин. Просто заезжаешь, делаешь. Ты, это, ты вообще готовишь сам, честно? Я один раз в жизни делал дома шаурму. Так. Очень успешно получилось. На тарелке, я так понимаю. Да, я сначала сам приготовился неплохо, потом подумал, что я проголодался. Не, у борща дома я... А, это второй раз был, кстати говоря. Да, получилось два раза, когда с борщом делали. И получается, что, я ее поставил в духовку, потому что жарить мне было сильно лень. Обмазал его так маслом. И пошел пить виски, что меня увлекло. А, это все, что нужно знать о кулинарии тебе. Так... Не, она, знаешь, получилась какая хрустящая потом. Да? Ну, типа она вот так за... Я ее порезал, съел с удовольствием, было круто. Я кушаю шаурму примерно 2-3 раза в год. Потому что у нас везде наматывают 300 слоев лаваша, я вот это терпеть не могу, меня это очень сильно раздражает. И вообще в целом, почему-то я с юности к ней не был приучен, хотя я считаю, что это очень вкусная штука. Ну, студенческое время, там вот это вот, все заехать, не было студенческое такого? Время были, у нас есть, был ларек на Перенсона, мы про него рассказывали у нас на канале. Где? Улица на такая. Улице Перенсона. И там у них были, у них был бесконечный фритюр, и они фритюрили сосиски в тесте, и там же чебуреки. По 25 вот рублей. Это, вот это вот было так. Да, у нас был около Кванта, мы ходили с универа, там делали сосиски. Там и тоже я кушал, раз... да. Знаете, какая это тебе с юмором понравится? Давай. Мы вдвоем с кентом, очень сильно лысые, в черном во всем, подходим к ларьку и говорим, женщина, здрасте. Она говорит, здрасте. Мы такие, можно нам, пожалуйста, две по две сосиски? Она говорит, вам в булке? Мы такие, не, нам, пожалуйста, в лаваше заверните. В пите. И вот это такая была юморная. Леш, знаешь вот это вот, стебель бамбука? Да, это стебель бамбука, один из самых худших своего соуса. Самый дешевый, да. Но для маринования он подходит. Он только для маринования. Мне нравится, что здесь написано... Особо вкусный продукт. Так как мы маринуем всего 20 минут, собственно, так, чтобы все обволакивало и немножко плавало. Сейчас добавлю горчицу, она станет более вязкой, мы перемешаем, оно все будет обволакивать. Блин, классно. Сколько здесь хрящей, в каждом куске. Я вообще не знаю, как хрящи. Ты это на шампуры оденешь. Так это его задача, не моя. Ну, если что, на решетку. Вот так сразу. У нас сегодня как будто бы мы с аватарами со своими. Ну тут вдвоем, но никак не получается. Ой, бля, больше не шути так смешно, пожалуйста, разнесет. Че, как Красноярск? Очень, ребята, я на самом деле хочу сказать, что я знаю, что многие смотрят с Красноярска. Обалдеть. Просто обалдеть. Отрезвым. Отрезвым и обалдеть и было. Мы еще отрезвым ездили. Я единственное, знаете, что хочу сказать? Многие писали о том, что ребята, что вы там делаете, там нечего смотреть, природы никакой. И я ехал сюда за заниженным ощущением того, что здесь кайфово. Да, он ехал там и думал, что у нас нет самоката, доставки пиццы и заправки. Самокат имеется в виду не самокат, а доставка самоката. Не, он мне реально рассказывал про Красноярск, когда мы с ним вдвоем вот сюда вот ехали, что у меня сложилось впечатление, мы едем в какую-то пещеру. Реально, там только-только вот воду подвели в городу. И все. Это только холодную. Бойлеры еще не поставили. Очень понравилось, природа офигенная. Ну, в этом-то, собственно говоря, весь секрет. Алексей Михайлович. У нас идет обычная соль. Ну, как обычная? У нас, походу, не обычная, потому что она у нас соль с перцем. Перец достаточно много. У нас состояние какое? Что у нас надо достаточно быстро все это замариновать, правильно? А дай тоже. Держи, конечно. У нас состояние какое, что надо похмелиться всем. Вот это очень надо. Очень. Ну, не похмелиться, ой, слушай, а ты просто... знаешь, какой вообще ядовитый человек? Кто? Вот эта стопочка водочки твоя. Какая? Ну, вот когда ты делаешь так у себя на видео, типа, а-а-а. Ну, извините, ребят, все такое, и вот стопочку. Ой, это вообще такая вкуснятина. Но это... После твоих рецептов вообще выглядит потрясающе. Хорошо, ладно. Но это в конце же должно быть. О, слушай, пока занимаемся, давай какой интересный важный вопрос поднимем. Вот ты затронул наш плов. Я потом за это затрону тебя очень сильно, конечно. Я без проблем. Ситуация следующего характера. Ты когда записываешь видеоролики так. Себе на YouTube-канал, ты перед этим готовишь же это блюдо несколько раз, а уже потом презентуешь смотря его? Смотря что за блюдо. Если я умом понимаю, что это плов, например, с курицей, я его не буду проверять. Ну, условно. Если ты механику понимаешь, ты второй раз это уже не делаешь. Первый раз не делаешь, ты можешь это сделать. Чебуреки, например, я готовил, я 4 раза их пробовал, ну, чтобы совсем не обосраться. А сколько раз было такое, что ты снял видос, получилась херня, и ты не выложил? 5 раз. А у нас ни разу. 5 раз. Короче, 5 раз один и тот же рецепт. Самое поганое, что это гренки. Гренки? В самом начале пути я не мог, у нас духовка была плохая, то сковородка не очень. Ну, как говорится, плохому танцору есть. С греночками, чтобы они не чернели, там нужна температурочка хорошая, да, чтобы... Шарите, да, за это? Да, покажете да. рецепт?
Ну, обязательно. Такая кафешка. Ладно, это у нас идет немножко копченой паприки. О, ненавижу ее, кстати. Да? Угу. Ну, я чуть-чуть добавлю тогда. Да хорош. Вот типа плюс-минус пачка еще. Не командуй. Чтобы все это быстро промариновалось, мы берем айран. Он газированный, газ. Слышали, ты слышал что-нибудь по поводу того, что газ помогает пройти маринад? Слышал, но я в это не верю. Не веришь, да? Нет, я тоже как будто бы слышал, но хочу верить. Слушай, но если минералку добавлять в маринование шашлыка с луком, перцем и солью, то быстрее маринуется. Реально, ну, как быстрее. Будто бы да. Не 100%. Сейчас бы больше сказал, да? Как она там маринуется быстрее? Да. Пузырьки такие, типа, куда мы там пошли? Суть все-таки маринада, согласитесь, ребята, это... Там тащат соусы в шавухе или нет? Или вы считаете, что... Ну и корочка на курице, например. Ну, у нас сегодня специфический подход, сегодня эксперимент. Но у вас корочки, ну, смотри, не будет. Ты, давай вот крышкой если... закроем и просто перетряхнем. Если классическую шаурму мы имеем в виду, ты приверженец сметанного или мазикового все-таки? А у нас идет сметана, майонез, кефир, либо айран. То есть по классике. Я не знаю, что у вас идет по классике. Да нет, у нас точно такая. У вас вот чеснок, я знаю, что вы не добавлять не будете в соус. Чеснок нет. А по какой причине? Я тебе больше скажу, у нас и соуса не будет. Ну, мы сейчас до этого дойдем, я тебе объясню. Сейчас просто доставка приедет. Соуса в чистом виде не будет. У меня, кстати, было предложение. Мы сюда ехали, когда я говорю, давай заедем в шавуху нормальную. Сразу с контейнерами, да. Нарезанные огурцы, помидоры, соус, мясо. Ну, здесь вот все свернем и все. Ну вот показываю, да, маринад, когда обволакивается, да, все. И солнышко много. Офигенский, да? Вообще, там супер сильно повезло с погодой. Мы оставляем на 20 минут, правильно? Ну, может, побольше получится. Смотря как сейчас разговор пойдет. Разговор-то пойдет отлично. Мы можем к соусу. Так, что у вас с соусом, я не понял. Рассказывать уже? Ну, потихонечку. Короче, я решил. Все, хватит. Ты наговорил. Что курица, замаринованная в соевом соусе и горчице, хорошо пойдет коулслоу. И, соответственно, тот сачок, который даст капуста и морковка, когда я их промну, добавлю майонез. И также добавлю кусочки ананаса. Они, собственно, и станут соусом. Ну, естественно, будет подано. Может, вот с этим немножечко чуть-чуть. И насчет помидора я еще не решил под настроение. Маленький момент. Это авторское видение же, правильно? Да, в любом случае, у вас нормальные дела. Не, у нас же не батл, мы же не представляем костоянскую шаурму. У нас не про батл. Просто я хотел спросить, у вас, по идее, в шаурме есть огурец, там помидор, вот это все, лук? У нас любят эту морковку любят пихать, картошку фри любят пихать. Ты приходишь, и тебе нужно женщине, которая делает все это, сильно много обозначить вещей, которые тебе не нужно. То есть такой, мне, пожалуйста, шавуху. Там микс, чтобы говядина, курица, побольше перца, поменьше лука, поменьше капусты, убрать картошку фри, не класть туда морковь. И вот таким образом ты получаешь один ту же самую шаурму, потому что никогда ничего не слушают. И ты сидишь, ее потом колупаешь вот так. Я тебе серьезно говорю, это 200 из 200 случаев. То есть, типа, как будто сервис такой есть по сборку? По сбору, но тебе всегда делают одну и ту же. Всегда делают одну и ту же. Вот ты вчера, позавчера заказывал без зелени. Зелень уже принесли? Да. Ну вот оно так. Так ему в Питере так же делают. Это вообще классика. Не всегда? Ну, я вчера, когда принесли зелень, я все-таки сыграл такого выдержанного питерца и не стал отдавать обратно. В Питере я бы отдал обратно. Нет, ну, да, предупредили, это предупредили, все. Что, за наши бабки еще есть не то, это вообще мне не нравится такой подход. Ну что, погнали к соусам? Мы, наверное, со своего начнем, потому что у нас такой... Вообще, да, начните со своего, потому что у нас нет его. Ну, у вас как бы нет, у вас же голос. Давайте сразу объясни, что в составе, и продолжим. А у нас состав очень элементарный. Это сметана, это майонез от компании Янта. Это, кстати, что у нас, Иркутск? Я точно не знаю. Посмотри, пожалуйста. И самое главное для питерской шавермы – это дохера чеснока. Если в соусе нет чеснока в шаверменном, это не шаверма. Ну давай так. А, ну, столько, чтобы прям соус должен просто, остаться. Да, он должен быть чеснок просто. Ясно. Их, да. Ну нет, понял. Ну, не так, конечно, ну ладно. Ты что на меня агрессируешь? Не на тебя. Я когда про чеснок говорю, я всегда так. Это молодой чеснок, поэтому тут аккуратнее надо с ним. Можно я попробую сразу один? А ты прям вот так ешь его? Ого. Поэтому, пацаны, у меня вопрос к вам. А вы вообще, по идее, как любите готовить, не любите готовить? Я очень люблю. Ну, мы знаешь как, мы готовим с Лерой. 1-2 раза в неделю мы готовим. Ну, мы готовим прям, знаешь, если суп, то 5 литров.
Если гуляш, то 5 литров. Чтобы оно было, знаешь, на 4-5 дней, мы в течение его недели едим. 1-2 раза в неделю мы заказываем, 1-2 раза в неделю какой-то кафе, ресторан бывает там с друзьями и так далее. Но тебе в кайф готовить? Да, да. Ну, типа, шашлыки вы не покупаете готовые в ведрах, условно? Или покупаете? Не, ну, в ведрах точно нет. Но сейчас у нас хороший магазин появился, в этом году я пару раз поленился. Что за магазин, скажи? Да, мясной магазин в торговом центре Red Sale. Там, как бы, ну, ничего особого. Его, я думаю, и так все знают. А так, да, мы маринуем всегда сами, ну, как бы, по факту. Дэн, как у тебя с этим дела обстоят? Я вообще редко прикасаюсь, честно. Вот прям редко-редко. Это вот если, знаешь, сварить креветосы прикольно там, соусом на сковородочке, чтобы вот это все там, мидии какие-то сделать. Плов я один раз делал нормально. Ну, как, не один раз. Ну, дома, я имею в виду, который сковородочный такой. Ну, а в остальном Дарья занимается этими делами. Ну, у тебя вот такого прям кайфа нет. А такой, сегодня хочу, например, приготовить. Вообще такого нет. Самсу, например. Да зачем, если есть места, где... Ну, я не знаю, ну, например... Ты часто дома такой, бля, приготовлю самсу. Не, если вот так будем с тобой разговаривать, давай конкретно за самсу, за все. Просто зачем заниматься этим, если есть люди, которые профессионально обучены с образованием, и они продают это недорого? А вот это началось вот у тебя вот это вот не с поездки, вот Москва-Сити, вот это вот... А, нет, ты что? Нет, не с этого момента. Просто, видишь, я бы, может быть, и хотел научиться готовить, но в моем юношестве готовить было не из чего. Поэтому у меня несколько лет были заварные супчики по 7,50 и соленья, которые отправляли из деревни. А заморачиваться, знаешь, как-то особо вот нечем было. Такой заходишь в холодильник, смотришь, такой, так, ну сегодня у меня есть банка гречки с мясом и огурцы соленые. Чего бы мне замонстрячить? Ну вот не было такого, не было такой ситуации. Я поддерживаю в том плане, что есть вещи, которые я дома сам готовить не буду никогда. Потому что это больше движения, больше грязной посуды и больше, ну, типа, солянку не хочу дома готовить. Почему? В магазине закажу. Но она же делается. Я готовлю куриный, я готовлю борщ, я готовлю уху по-фински. Солянку не хочу я с ней заниматься. Потому что я знаю, во-первых, что я съем две тарелки, она остальная пропадет. Это тот суп, который я не могу много есть. Ты его можешь заморозить. Ну, я понял, да. Нет, этим я не занимаюсь. Что я еще там не буду дома делать? Роллы ты не будешь делать, да, никакие, потому что это вообще понятно, бред. Это понятно. Такие вещи, как бифстроганов, мы балуемся раз в 3-4 месяца, потому что тоже пошел в рестик, съел порцию, все. Как бы, но мы готовим всякие супчики. Для начала столько хватит? Столько вообще прям отлично. Сейчас мы попросим показать Андрюху. А, я вот не понимаю... Чего? Я не понимаю, зачем готовить такие вещи, как говядина Веллингтон. Это же вообще тупо. А, смотри, но... В чем смысл? Я не хочу никого обидеть. Дальше. Ты что, Леш, думаешь, ты готовил Веллингтон? Да, готовил, конечно. Ты знаешь, я тебе скажу так, я готовил для красивой картинки. Ого. Если ты меня спросишь, Леша, а ты сколько раз еще после этого готовил? Я скажу, нет. Вот. Если брать что-то типа Веллингтона, я всецело за приготовление такого блюда, как ростбиф. То есть ты берешь кусок, он не замороченный, ты его поджаришь на сковородке, в духовке, и все, у тебя соус делаешь грибной, это вкусно. Ложки нет. По ростбифу согласен, а именно вот заворачивать ростбиф в тесто и потом стоять возле духовки и думать, пропеклось или не пропеклось. Вот это вот мероприятие. Ну, зачем нужно? Ну, термометр, по идее, как бы есть. Ну, это понимаешь, что уже профессиональный уровень такой уже. Не, а ты что ответишь на этот вопрос? Мне даже интересно, твое мнение. Ты же очень любишь готовить. Да. И вот ну, так... я заморачиваюсь. Я любое блюдо превращаю в техпроцесс, там, супчик может сварить за полтора часа, у меня это 5 часов на кухне. Я чтобы вот до талого. Так вот... Мне нравится сам процесс, я как бы... Ты кайфуешь с этого. Да. Сметану лучше взять 25%. Это майонез, надеюсь, вкусный. Я попробовал, он нормальный, действительно. Чеснок, соль мы не добавляем, потому что майонез у нас соленый, мы проверим. И вот эта штука как будто вызывает вопросы, но это укроп. Диня, отвечай за укроп. Он же сушеный. Да, ну, во-первых, это... он, да, сушеный, поэтому не такой богомерзкий, как свежий, но... Мазик, сметана, соусе. Чеснок и сушеный укроп. А, и самое последнее, это айран. Если что, совсем чуть-чуть. Вообще чуть-чуть, он просто, чтобы пожиже все это сделать. Ой, айран в маринад, айран в соус. Да-да-да, а мы просто вот убили, показываем, как просто можно быть, не покупать, коней. Типа. Как я вчера сказал шеф всея Руси в одной передаче, как он сам себя провозгласил. Он добавляет укроп только в 2 блюда. Которые выкидывают, вообще, остальное, да. И в остальное, типа, укроп все убивает, он говорит, вот так. Ну, есть, давай. А кто это говорит? Это да Ивлев, кто? Мужчина, Ивлев. У которого это, пожалуй, единственное, с чем я согласен. Правда? С Ивлевым, да.
Так, стоп, Денис, давай не забывайте, а картошечка, например, отварная, ну укроп-то там-то нормально? Да пошел он в жопу. А у тебя он везде пошел в жопу, получается. Так, ну что началось-то? Не, давайте тогда вспомним нашего питерского кореша еще. Тема, ты делаешь что, ты сейчас... Квашеную капусту решил с кодочки. Отмена плана! Плавно перетекаем. Я жамкаю, чтобы он немножко дал сачку, но у меня пока получается плохо. И помягче, чтобы был, да, наверное? Да, 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 да. То есть он будет хрусткий, но мягкий. Мы делаем типа два соуса, потому что в шавухе, которую мы покупаем у Дениса на Кировском заводе, но она правда очень вкусная у вас. Вот скажи. Да. Она не сетевая никакая. Они тебя спрашивают. Вам два соуса, они и томатный могут, и чесночный mm-hmm. положить. И это прям вот сочетание, оно очень классное. Оно второе делается элементарным образом. Сейчас мы тоже покажем его по быру. Обычный кетчуп. Ну, кто бы мог ожидать такой подвох? Подъехала дисколодка, блядь. Да-да-да. Отовсюду шум мог бы быть, но дисколодка — это что-то новое. Как вы к Хайнцу относитесь? Я по настроению могу его взять. И в сишке отлично. Но он кислый для вас, нет? Ну, кислый, конечно. Но он прям супер. Любой. Ну не, почему? Ну там Кальве возьми какой-нибудь томат. Не, я имею в виду любой Хайнц. Кислый из Хайнц. Да, а, ну да. Типа, ну, у них это прям их фишка, по-моему. Сырный, все такое. У нас идет кетчуп. Не, мы с тобой по кетчупу полностью солидарны. Балтимор из бутылки, самый топ. Офигенный. Хоть адмирал или цыганский, да? О, это иногда... наши два любимых дарья. Да, иногда можно и махеев взять там, если приходится. Именно кетчуп? Да, майонез нет. Но у нас есть на канале наш рейтинг кетчупов, наш рейтинг майонезов. Причем кетчупов-то у нас 7, а майонезов... Коллега. А ты майонезов шо? У нас там что-то мы 20 попробовали, по-моему. Да, ну психопат. Мы очень отважные люди. Да. Так, а у нас что дальше? Идет аджика острая. Мы добавляем ее... Ну, это прям, ребята, это прям вот, чтобы вы понимали, это прям аджика-аджика. Как называется? Это амца, но она прям вот... Хочешь попробовать? Ты любишь остренькое? Да я тебе вот сюда вот сделаю, как Денис ест обычно. Ну, чтобы вилку не... Не пачкать. Ну, тогда несите какую-то странную текилу, я не знаю. Опа. Это прям перец-перец. Но он горький даже немножко. Как сочинская, знаешь? Да, да. Вот она максимально похожа на аджику. Не соус, а именно прям вот оно острое. О, такую можно вообще куда угодно добавлять. Да. И мы немножко добавим сюда горчицы. Она у нас зернистая. Короче, вот столько. И она будет немножко подхрустывать у нас. Вот так. Офигенская, слушай. Да, я тебе говорю вообще. Это они еще не платили. Все перемешиваем. И опять же, этому всему надо настояться. И вот вам, пожалуйста, острый. Давай, домешаю. А попробуй, пожалуйста, потом. Сейчас. Просто по остроте надо, чтобы оно оттеняло. Если это у нас чесночно-остро, это у нас уже от перца будет острое. Единственное, я знаю, что мы забыли. Ну, давай. Как забыли. Я еще в маринаде всегда добавляю... Чеснок. Нет, масло. А масла нету, я уж посмотрел. Слушай, даже мне неплохо. Майонез, чтобы была консистенция равномерная. И... Потом откроем. Давай сейчас откроем. Нарежем кусочек ананаса. Но уже добавим его туда, когда уже замешаем с майонезом. Но я не могу вас не спросить по поводу пиццы с ананасами, как вы относитесь? Презираете, я нет? Я не ем такое. Ну, не ешь такое, да? Ну, презрения нет, но зачем это надо, я не очень так понимаю. Так же, знаешь, там этих столовская тема курица с ананасом сверху или что там? Да, да, да. Как на шницеле типа да. Таком, да, с майонезом. Это вообще не моя штучка, я не понимаю. Слушайте, я ненавижу один вопрос, который мне очень часто задают, типа, ваше любимое блюдо. Я такой всегда в ступоре, потому что под настроение. Но я задам вам этот вопрос. Может быть, у вас реально есть то, что ты всегда готов есть? Хей, сёмги я готов всегда есть. Слушайте, я кое-что хочу сказать. Поправьте меня, то, что я сейчас буду говорить. Давай. Ребята вчера сводили в заведение, где мы ели строганину из оленины с Сугудай? Сугудай, да, я неправильно произношу. И еще из каких-то рыб. Ну, все северные рыбы, да. Там, это волшебно. Сик, нельма и все такие. Это очень вкусно, что. Ну, я могу пельмени есть до бесконечности 100%. А вот всю среднеазиатскую кухню бесконечно могу есть. То есть лагман, плов, манты. Ну, и то, что вот это наша российско-советская. Тоже все наши салатики. Оливье, то есть оливьешка, сельдь вообще. Под шубой. Да, да, да. Да. Мимоза. Вообще. Да, 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 да. Ну, вообще, вот сейчас уже на этапе, когда это все придумывалось, звучало странно, но если все ингредиенты отдельно вкусные, значит, должно и вместе вкусно получиться. Абсолютно. Ай! Ой-ой-ой-ой-ой! Слушай, ну здесь вроде достаточно голодных людей вокруг. Я предлагаю даже не пробовать, а сразу продать ее. Мы немножко добавляем еще красного лука. Он не сильно острый. Но как будто бы, да? Как будто в кассу прям вообще. Вау! Нет, цвета офигенные получаются. Ну, прям да. Нравится. Так, дальше у нас идет халапеньо. Ну куда без халапеньо?
Колобешки, кстати, вообще тема. Дениска нарезал немножко ее мелко. Я, может, даже всецело за то, что можно и покрупнее. Соусы давай ты, потому что я потом буду ее держать. О, ну за это лайк сразу. Ребята, а мы знаете, что не сказали? Я знаю, как ты расслабляешься. Просто жесть. Ты знаешь, ну это запрещенная, конечно, штучка. Так. Ну то, что под губу закидывают, ты типа набираешь теплую ванну, закидываешь под губу и расслабляешься в теплой ванне. Я так представляю твое расслабление. Ты ширачу нахрен? Ага. И она тоже жжется. Схожесть вообще вся есть. А как ты знаешь, что оно жжется? Ну я пробовал. Понятно. Я во все. Я просто во все. Какой лаваш стрёмный. Не подходит он? Так, что, рвется? Рвется? Ну, может, он уже просто подсох чуть-чуть. Ой, не, ну, смотри, Андрей, покажи крупняк. У нас тут три ингредиента, но у них там, да. Ну, ладно, вот это вот немножко острого соуса. Ну, давай, сворачивай. Все элементарно. Подгибаешь вот эти края, да, и ведешь, и все. У вас получилось прям более жирненькое. Бля, хоть бы спутали сейчас. А что, будем красиво на кадр разрезать? Ну, это надо, это надо. Давайте, может, тут первое. Давайте на решетке хотя бы две минуты их. Без толку, без масла, они просто обуглятся. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Так, ну что, пацаны? Ну что, пацаны, с чьей начнем? Вы пролетели 5 часов, ну, подожди, 4,5 тысячи километров, чтобы приготовить шаурму. Да. Ну я понял. Покажи близко. Ну я попробую там, может быть, что-то красивое сделать. Ну смотрится, ну подожди, можно я по хозяйничу? Конечно, немножко? Конечно. Посмотреть. Че, лаваша же немного у нас у всех. Не, вообще нормально. Ну да. У нас настолько немного лаваша, что она даже уже рвется. Держи. А я что ли буду есть первый? Так, мы начинаем с. Ой, дожили, конечно, Гальков шаурму приготовил для меня. Потечь. Снизу, снизу, осторожно. Так, она у нас очень сочная, брат. Ну, не знаю, да. Это гарваша. Соус, короче, вообще. Офигенский. И лаваш удачный. Ну, это вкусненько. Ну, это вот, знаешь, это вот, вот это, которое, это и обед, и ужин, и завтрак, и вообще все. Хочешь, тебе объясню? Это вкусно, но это, знаешь, когда ты переобщался с борщом. Не, ну, она прикольная. Мне чуть остринки не хватает. А, есть. Догнал. У вас есть. У вас с салатом такая, ну, давай так. Хорошо подумали. У нас тоже своеобразная шавуха. Ну, у вас прям острая. Ну да. Она прям острая. Сильно? Ну, человеку, который не как мы, это очень остро будет. Это остро же. Кстати, ну, да. Знаешь, я знаю, что хочу вам сказать? Коуслоу прям в кассу. Угу. Прикольно, что реально прикольно. Да, оно как бы... Я люблю коуслоу, за это, да, хорошо. Ну, давайте. Ну, мы очень делаем простой же вывод, да? А что вы бы поменяли? Вот что у нас не понравилось? Да здесь надо добавлять... Не, у вас все прекрасно. Напарников. Кислиночка, остриночка, помидорчик чувствуется. Но остро пить. Прям пить. Ну, блин, я не знаю. Мне кажется, сейчас наше, оно вообще не острое будет, потому что... Блин, у тебя с чесночком вообще пуля. Ну да. Но она пикантная. Да, это я бы это ел вообще с огромным удовольствием. Ну, батл это был такой себе, победила дружба. Но я скажу так, честно, получилось очень вкусно, необычно. Вы молодцы. Мы подошли, типа, знаешь, вот с точки зрения того, что мы любим в Питере, мы, по сути, это создали. А у вас прикольно с... Ну, с ананасами, типа, пиццу я не ел. Ой, шаверму. Я вот сейчас коулслоу буду доедать. Да, коулслоу офигенно получился. Прям сочно. И он отвечает здесь именно за... За соус. Он дает соус, да. Ребят, у нас сегодня запланирована еще одна съемка. Но сегодня первый съемочный день из четырех. Вот, сегодня у нас съемка, у нас есть рубрика на Михеев Павлов Продакшн, называется она «Русский стол». Сегодня будем снимать «Русский стол» с ТБП «Продукты Сибири». Алексей выучил даже несколько новых рыков специально для вас. Да, и подготовился пить водку, но это не точно. Но, ребята, я все понимаю, как у вас там было. Я сегодня много не пил, чтобы быть адекватным, честным и все. Пацаны, огромное вам спасибо. Ссылка на ребят будет в описании, имейте в виду. Пока-пока. Ну и лайки, все дела, может быть, мы еще что? Может быть, мы еще... Да, ты со своими... Битва пловов можешь сделать. Зря. Какой подонок. Через год, ну подожди, но у вас же скилл уже увеличится. Конечно. А что, я понял, плов вот сюда. Накидываем ананасом, и все, и залетает.
Пишите идеи, что нам снять вместе еще в следующий раз, когда мы будем в Питере уже. Согласен. Кайф. Все, ребят, пока-пока. Счастливо. Пока.